Привет всем! Вы на канале Ли... Леонардо the American Boy. И сегодня пришло время раскрывать все подарки. Поздравляем всех с Рождеством Христом. Скажи Merry Christmas. Громче Merry Christmas. Merry Christmas. Подарки под елочкой нас уже ждали очень долго. И мы начинаем. Хотя мы забыли все, что от кого. Мы будем вспоминать с маминой помощью, да? Да? Да. Итак, we're gonna learn English. Будем учить английским почти с каждым подарком, если не забудем. Анечка, а что это такое? От дедушки. От дедушки Вани. School bus. Скажи, school... Пускай его. Итак, следующий подарок. Что это? Это грузовик. Грузовик. Cat. Caterpillar. А грузовик это будет truck. Dumpster. И нажимаешь на кнопочку, что будет? От кого подарок? Кто тебе подарил? Бабушка Надя и дедушка? Тоя. Правильно, спасибо вам. Вытаскивай. Что внутри? Ой, папочка Тоя. Очень странный подарок, но все-таки наша мама обожает красную икру. А по-английски красная икра называется Red Caviar. Лео, это красная икра, рыба такая. Кушаешь, кушаешь, кушаешь ложечкой. Да. Лео называет это красные шари. Right. Классная, классная упаковка такая, органическая. Идем дальше, Лео. Что мы видим здесь? Подарки. От кого такой классный? От Жанны и Вали. От Жанны и Вали, это аж интересно. Открывай. Тоже такой soft organic feel, бумага такая. Какая-то мода пошла делать все organic. Что это? Гранатовые чаи. Такой дизайн. Не только гранатовые, фруктовые чаи. Это чай, Лео. Спасибо, дядя Валик и тетя Жанна. И Милана. Какую хочешь открывать? Вот эту? Вот эту? От кого подарок, Анюта? От Тома и Кости. От Тома и Кости. Давай посмотрим, что здесь. Merry Christmas, best wishes. А как он открывается? А что здесь? Это рамка, тоже такой organic. Это ручки сложены. Faith, love and hope. Вера, любовь, надежда. Класс. Вставляем свою фотографию, Лео, и будем смотреть. Спасибо, Костя, Тома и все пацаны. Дальше. От кого подарок? Это от нашей мамы, папе. Открываем? На, иди, открывай. А что это? Бабочка вот. У нас самый кот. Бабочка, одевай. А ну как посмотри на камеру. Посмотри, какая классная, деревянная. Органик бабочка. Папе она пригодится еще как. Спасибо, мама. Такой крутой стиль. А есть? Ни у кого нет в нашем есть городе деревянной, а у меня есть. А бабочка на английском? Bow tie. Скажи bow tie. И от кого этот подарок? От тети Лезли, нашей соседки. Открываем. И здесь... Тут точно пуля.
Динозавр и Бэтмен. Вот такой динозавр. Спасибо, Лезли. А что еще? Катышки. Вау, конфетки. И целый. Такой ланчбакс. Ланчбакс, как по-русски? Коробочка для обеда. В стиле cars, машинки, тачки. А также самое интересное и самое дорогое, что она нам подарила, Анюта, смотри. 4 билета на Winter Wonderland. Зимняя страна чудес. Зимняя страна чудес в столице Калифорнии. Каждая штука стоит $20, а НАСА нам подарила 4. Открывай! Next, подарок открывай следующий. Какой хочешь? Большой? Давай. Вау, feather can on. Это от бабушки, дедушки. Вау, это папе от бабушки Кати и дедушки Вани. Спасибо, это барабан. Это европейские шоколадные cookies. I love them. Европейские шоколадные печенюшки. Это будет наш барабан, хорошо? Следующий подарок, это что? Это курица. Это не курица, это конфетки от наших классных арендовщиков. Ной и Инесса. Спасибо. Шоколад. А здесь что? А здесь ничего. Почему ничего? Не успели положить. Вообще мы не планировали. А здесь что? Здесь письмо. Письмо от кого? Это же наши ленточки классные. Вау, спасибо, Ной и Несса. Merry Christmas and Happy New Year's. Пусть Бог вас благословит. Thank you, you're such a sweet tenant. Такие классные ленточки. Такие чистые, всегда платят вовремя. Вот таких всем желаю. А здесь? Что это? Книжечка. Наш дедушка выпустил книжку. Тропа моей жизни. Нашему дедушке Косте 90 лет. Твой прадедушка. Картину рисовала наша сестра. И все наши братья и сестры, выпускники этой книги, все наши логотипы здесь. Так что это войдет в историю нашей жизни. Спасибо, дедушка. И тут именно наш, нам пожелание. А здесь что? Подарки! Спасибо Третьей Славянской Grace Family Church. Ой, не Grace Family. Третьей Славянской Grace Avenue Church за все эти конфеты. Тебе подарили мудрецы. Помнишь, дяди такие мудрецы? Алик и Надя с Харькова, наши любимые родственники, здесь подарили нам Sea's Candies. Это очень дорогущие шоколадные candies. Скажи, candies? Конфеты. Лео, что ты там поглощаешь так много? От Юли, Аниной подруги. Чай. Шоколадные труфеля. Правильно есть такое слово труфеля? Чай. Класс. Спасибо, Юля. Лео, открывай следующий. Еще много, ну не так много, но уже остались. Вытаскивай. От кого, Анюта? Это с Украины. С Украины. Это попало в наше прошлое видео. Когда мы наряжали елочку. От Даника и Насти Семичевых. Спасибо. Скажи спасибо Данике и Насте. С Украины. Аленка. Спасибо, президент Украины Зарошен. Классный шоколад. Ты хочешь такой большой шоколадный колобок съесть? Колобок. А вот спасибо Тане Николаенко за то, что прислала нам... Петушок! Рустер! Кукареку! Только это шоколадный, съедобный. Это мяч шоколадный. Спасибо нашим друзьям с Мариуполя. И родственникам. Нет, не просто друзьям. Анечка, от кого это? Итак, а что Лео подарили? Dude! Что тут написано?
Dude, скажи dude. Dude это чувак. Примеряй. Круто. Что здесь написано? Что написано? Чувак. Dude. Самые классные в городе. Семья Гайда делает открытки. Ручная работа. Это все делала Кристина. И ей помогали Соня, Настя и Вика. Копейка. Зажигает небо свечи. Копейка. Предвещает торжество. Будет радость бесконечна. Поздравляю с Рождеством. Спасибо. А вот эту копеечку кто подарил? Шоколадную. А также спасибо мессианской общине Шалом Ла Израил. Лео тоже подарили столько много золотых таких монеток. Но я Лео всех уничтожил, съел. От кого они этот подарок? Дед Мороз. А, да! Это семья Гайда! Спасибо! Передай привет Соне. Лео, скажи, Соня. Лео, хватит есть шоколад! Все, да, Леша. Леша. Передай привет Соне. Скажи, Соня, привет! Там ваши ручки. Вика. Настя. Настя. Паулина. Саша. Андроник, Дима, маленькая Ксения, кто еще? И всему нашему обществу, всем нашим деткам, привет и рождественский пламенный привет. О, это папа. От кого и кому? От мамы и папы. Но... От нашей маме. Дубу! Она пришла два раза вместе. А что это, Лео? Барабаны, барабаны, барабаны. Это не барабан. Это Лео, это этот, диффьюзер, да? Да. Короче, классная штука. Как называется по-русски это диффьюзер? Короче, друзья, заливаем сюда водичку и эфирное масло. И она начинает парить. Это... И запах. И запах. И либо ты идешь, хочешь спадки, либо энергия, либо просто хорошее настроение. Да. Спасибо, Анюта. Классный подарок. И предпоследних пару подарков. Время убегает. Быстрее, быстрее. От кого подарок красный? От бабушки Лео. От бабушки Лео? Да, от дедушки. Что это? Какой цвет? Оранжевый. Оранжевый? А что внутри? Вау, резинка, eraser, pencil, карандашик, линейка, ruler. Смотри. Different colors, карандашики и фломастеры. Вау, это для Лео. И резинка, чтобы стирать все. Пахнет резиной. Что, ты уверен, что это с Германии? Да. Это прислано с Германии. Да, даже на немецком написано. Смотри, снеговик. Открывай. Это бросай. Вау! Нет, подожди, ты уже много съел. Шоколад от бабушки и дедушки для Лео. Ого, какой большой! Давай, поднимай, выбрасывай все это вверх. Вот так. Это от бабушки Нади для нашей мамы. Рыба красная! Smoked salmon. За smoked. Как по-русски smoked? Копченый. Закопченный. Красная рыба. Я такое не люблю, а ты любишь рыбу? Кстати, Лео у дедушки и бабушки вчера с бутербродом руками всю рыбу собирал и ел. Какое полотенце, понюхай. Класс! Спасибо, бабушка Надя, дедушка Туля. Носки папе. Носки. Носки маме. Носки маме. И горшок для Лео. Пу-пук, пук. Пу-пу-пу. Все, классно, спасибо. Для цветка как раз надо. Угу. Следующий открывай, Лео, следующий. Что там остается? Спасибо, ну мы забыли, чья конфетка, она такая классная. Мы ее положим там, где все конфетки. И Лео не будем давать.
Потому что он сейчас обжираешься. Давай дальше. Подарок от семьи Ситкевич, белорусы. От белорусов. Но такую же самую конфету нам подарила Наташа и Саша из города Николаев. Забыл какой-то городок маленький. Но наши классные друзья, которые с нами жили много-много на нашей улице. Спасибо. Лучший шоколад в Америке продается в немецком магазине Trader Joe's. Trader Joe's, пришлете вашу комиссионную за рекламу по адресу. Дед Мороз, Санта-Клаус, Санта-Клаус, Санта-Санта-Та. От кого подарок? Итак, от кого это? Это письмо. От дяди Пети Панасенко. Смотри, какой диск. Диск. Он выпустил диск, а здесь thank you. Дорогой Илюша, Анечка и Лео, сердечно благодарим за ваше участие в нашем празднике. Признательные теплые поздравления, живые вы. Увлекательное проведение Дима вечера, за щедрость ваших сердец. Дима, пусть Господь вам воздаст за все. Дима, мы дяде Пете помогли провести... Дима, шоколад. Давай, кушай, Дед Мороз. Провести 60-летие, и вот он нам в честь 60-летия подарил классный DVD-диск. И следующее письмо. От кого? Валик, Жанна и... Иса Бач. Собачка Руби, которая потерялась и нашлась. Спасибо, Валик и Жанна. Очень классный органик дизайн. Через год собака нашла. Да, через год. Спустя год собачка нашла. Следующий. Вытаскивай. Спрей Alive Max. Это мы дедушке подарим. Дальше. Карандаши. Это была просто декорация под елкой. На место. Да-да, вытаскивай. Это самый большой подарок, Лео. Самый огромный подарок. Это не все. Там еще что-то. Давай вытаскивай конфеты. Подарок для нашей мамы от нашего папы. Да? От меня. Рождественская елка. Елочная свечка. Mistletoe называется. Вот она там. Бальзам. Мучить. И конфетка. Это что? Амен. Это для нашей бабушки от нашей семьи. Мультивитамин. Самый лучший витамин в Соединенных Штатах. Витамин. Бабушке Кате. Healthy cholesterol. And предпоследний подарочек. Хочу. Открываем. Огромный подарок. Wireless karaoke speaker. Мы всегда мечтали, чтобы у Лео была такая колонка с микрофоном. И ты будешь петь и рассказывать стишки, да? А ну сядь, тебя не видно. Стишки петь. Стишки петь и рассказывать песни будешь? Где микрофон? Это уже следующее видео. А сейчас финальный приз для Анечки сюрприз. Открывай. Хорошо. Лево открывай. Анна от папы. Стихами. Итак, что здесь? Читай. Цифра. Громко. Цифра. 95. Чтобы Лево не мучить, просто приближаем камеру. И это билет на концерт команды 95-й квартал в Сан-Франциско. Это начинается через меньше, чем месяц. Поэтому, Анечка, готовься в Сан-Франциско вместе со мной. Все, на этой ноте. У нас столько мусора осталось, что не знаю, что с ним делать. Вот взгляните на этот мусор. Аж просто страшно. Кто будет это все убирать? Все, давай со всеми прощаемся. Спасибо, что вы были с нами. Всех поздравляем, желаем классных праздников на Украине, в России, в Беларуси, в Молдавии, в Германии. Все, кто нас смотрит. Merry Christmas, everybody. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк.